Но зато за это время я стала больше сидеть в интернете. Даже больше, чем проводить в реальной жизни. Потому что там у меня появилась моя самая лучшая подруга. И я знаю точно, что наше знакомство с ней — это была судьба. Это был дар судьбы, наша дружба. Потому что она похожа на меня. У нас очень похожи судьбы. Она всегда меня всем понимала и поддерживала. И я ее тоже. Мы очень сильно дружились. И дружим уже несколько лет. Я ее очень сильно люблю. Она не раз помогала мне, выручала меня, как и я ее. Я очень полюбила мою любимую подругу. И у нас действительно были похожие судьбы. У нас похожий характер. У нас похожие интересы. Мы очень с ней похожи, поэтому понимаем друг друга. А еще у нее, так же как у меня, есть друг детства. Я бы не сказала, что у меня целых два. Потому что своим другом детства я считаю только лишь Ваню. Потому что он уже никогда не вернется. Но у моей подруги один единственный друг. С которым они всегда везде были вместе. То есть они очень хорошо дружили с самого детства. А теперь выросли и так же хорошо общаются. И я надеюсь, что у них все сложится. Но про себя я ничего сказать не могу. Я не знаю, есть ли у меня такой друг или все-таки нет. Я не понимаю своей жизни, не понимаю, что происходит. Но все это так интересно. Но никто не скажет мне правду. А за свою подругу я очень радуюсь. Но и плачу, потому что мне грустно. Скоро наша с ней дружба дошла до того, что мы встретились. Это, конечно, было прекрасно. Стали общаться, и нас это еще больше сблизило, потому что мы начали видеть эмоции друг друга. И я очень сильно люблю мою подругу. С Яной мы тоже общаемся, но не так. Какое-то общение у нас непонятное. Да и особо мне не хочется с ней. Мы переписываемся просто чуть ли не по 100 сообщений в день. Но когда мы встретились, наша встреча была не последней. Мы стали видеться, гулять вместе. Вместе ходить за продуктами, помогать друг другу, выручать друг друга. Ведь это было очень важно для нас. Как бы там ни было, но я удивлялась, почему так? Почему дружба, которая вот здесь рядом? Точнее, почему друзья, которые здесь рядом, не всегда оказываются такими близкими и родными? Я никак не могла этого понять. Я очень сильно люблю мою подругу. Машка, привет! Привет, Леночка. Я по тебе очень скучала. Я тоже. Ну как дела у тебя? У меня все хорошо, а у тебя? Я очень переживаю за тебя. Как там твой друг? Пока никак. А у тебя? Ну, у меня все в порядке. Ну ты знаешь, все будет у тебя в порядке, моя любимая. Я понимаю тебя. Ты знаешь, ты тоже меня всегда поддерживала и понимала, и мне жаль, что так происходит. И я очень люблю тебя. Да, мы живем в разных городах, но нам судьба дружить, поэтому мы встретились. И наша первая встреча была не последней. Да, Лена, я тоже так считаю. Это судьба. Мы с тобой очень похожи, но я уверена, что мы будем дружить всегда, вечно, несмотря ни на что. Конечно. И сначала я к тебе приехала, потом, может быть, и ты ко мне сможешь приехать. Ну да, конечно, обязательно. Мы так давно хотели встретиться, а встретились только сейчас. Ну ничего страшного. Да. Ну пойдем погуляем. Пойдем. Конечно же, так было не всегда. И в основном мы с ней переписывались, но... Почему-то практически каждый раз при переписке с ней, я не видела, что сижу за компьютером. И что вижу уже сообщение на экране. Мне казалось, что она передо мной. Мы разговариваем, как в реальной жизни. Такое ощущение у меня было только с ней, с Юрой. Больше ни с кем.
Как же это странно.